Здравствуйте. Сегодня 3 ноября 2018 года, и я нахожусь сейчас в селе Шаумян Туапсинского района. Приехали мы сюда для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Вот. Но сейчас старший от администрации получает задачу, а потом уже мы приступим, ну, к выполнению этой задачи. Это администрация села Шаумян. Это школа. Школа сельская. И нам поставлена задача вынести из мастерских, где размещались пострадавшие спальные принадлежности, лежаки и матрасы, подушки и прочее. Будем грузить вот в эту машину. Так, вот это все сейчас надо вывести из школы в штаб администрации. Уровень воды вот доходил до по этой метке. Так, стихия здесь похозяйничала.